Наших горожан трудно удивить различными выставками, но к нынешним гостям особенный интерес. Светлые и чистые террариумы, милые животные и, конечно, экскурсоводы, знающие все о своих питомцах. Они не только расскажут, но и дадут возможность потрогать их. Свои поставщики мы заказываем, они нам привозят. А как переносят животные? Переносят, ну, они довольно-таки нормально переносят, так как они все, в основном все выращены в неволе, и в этой среде они такие. Мир тропиков мало напоминает собой обычный зооуголок. Здесь можно увидеть крокодила, варанов, игуан, крупнейшую в мире жабу агу, знаменитую анаконду и самую крупную змею Азии, семчатого питона. Что удивительно, он может съесть животное в 5 раз больше, чем его голова, и почти месяц переваривать пищу. Кстати, любители могут увидеть сам процесс кормления, который организаторы выставки проводят по средам с 16 до 19 часов. На выставке представлены более 20 представителей флор, которые не обитают на бескрайних просторах России. Тут у меня австралийская ящерица, называется бородатая гамма. Сама по себе очень такой, хоть на вид такая страшная, очень такая добротная ящерица. Очень шустро бегает, 40-50 км в час он развивает скорость. Питается он это мелкими грызунами, тараканами, мясо есть тоже. Ну, безобидно. А рост он где-то до полуметра вырастает он вместе с хвостом. Это австралийская ящерица, она только в Австралии водится, в других континентах ее не встретишь. Особый интерес вызывает обезьянка по кличке Гоша. Любопытный проказник не прочь попозировать, параллельно успевая покривляться с детьми, при этом следя за каждым передвижением, и ее любопытство превыше осторожности. Если предмет оказывается в поле досягаемости, обязательно окажется в ее лапах. Оборудование нашей съемочной группы не стало исключением. Лайф. Сюда смотри. Он ничего не поломается? Живая выставка экзотических и загадочных животных будет работать в здании гимназии до 30 июля, ежедневно с 10 часов утра до 8 часов вечера. У вас есть шанс не только посмотреть, но и сфотографироваться с представителями выставки. Асят Ибрагимова, Анвар Курбанмагомедов, новости Каспий ТВ.